И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и это первая серия нового прохождения карты The Great War за исламцев. И, собственно, когда я загрузился на эту карту, действительно охренел в их количестве. Знаете, когда я играл за русских, я не ошибся в том, что когда я буду играть за ислам, я буду, в общем-то, вот так вот ходить среди союзников, и их будет очень много, да. Что для игры, по сути-то, не... Это странно, да, то, что ты не один, а тут, наоборот, дофига союзников, да. Но, собственно, за исламца вот такая вот ситуация. Ну, собственно, что ж. Так, тут у нас есть опыт, тут чекпоинт, в сундуке у нас... А, да, кстати, у нас вот дофига алмазных монет, я подходил к этим чувакам. Я, короче, могу почти каждого нанимать. О, рапира, плюс 300 дэмэдж, да, задрот дотки. Окей, ладно. Так, собственно... рапира, значит, броня. А шлема нет, ну ладно, окей. И книжки, всякие туториалы. Так, правила. Играть на мирном, лучше играть одному или вдвоем, не ломать блоки. Оу, а я блоки ломал когда-то. Ну, за русских. А там вроде не было, или было, а я не знаю. Обязательно читайте все диалоги, не читерить, кроме переключения дня и ночи. В смысле не читерить? То есть ты мне теперь обещаешь, что я застревать не буду. Там было написано, типа, можно читерить, если вы застряли. Окей, будем надеяться, что здесь застревания не будет. Слава богу. И еще, наверное, хотя, возможно, он не разрешал Titanfall переключать. Ну, я не знаю, ну, думаю, дождик-то можно будет выключать. Окей, чтобы нанять, в общем-то, NPC, возьмите монеты, кликните в NPC, перед вами появится окошечко, ага, ставьте монету в серое окошечко. И нажимайте на кнопку «Нанять», и NPC за вами идет. Окей, да, это я знаю, значит, диалоги. Если вы видите NPC с восклицательным знаком, то обязательно с ним поговорите. И читайте все диалоги, ибо сюжет не поймете. Да. Собственно, я, Вась, все понимаю, мега проходитель карты 3000, нет, алмазные монеты мне. Ахахахахах, гой их всех на нем. Так, опыт, кстати, рапира. Ну, странная хрень, если честно. В дотке она, по крайней мере, выглядела бы лучше. Окей, давайте наймем этих троих чуваков всего лишь, да. Мне больше и не нужно, я думаю. С нами Аллах. Да, с нами говно, а не Аллах. А, ну, в смысле, я никого не хотел обидеть, вдруг кто-нибудь поклоняется. Окей, 17.00, день... Слышь, ты тут чё куришь? Ну, ладно, окей, уходи отсюда, сада, в смысле. 2013 год, то бишь 12.00... О, это почти 2 года назад, я снимаю 1 апреля сейчас, да, видео выложу 2-го. Короче, так, город Аллахар. А, кстати, мы в этом городе убивали всяких Абдулей тут, и вторая миссия за США у нас была тут, собственно. Ну, можно сказать, первая, после подготовки, можно так сказать, да. Собственно, идите по факелам, так. Ну, ребят, я боюсь вас, знаете. Так, убейте всех американских ублюдков, братья мои. Ну да, нас много. Мы защитим город. Мы погибнем, служа Аллаху. А они горят, сгорят в аду. Очистим землю от неверных. Абдуль, в атаку или умрете. Ахмед, Аллах с вами. А, это еще как Ахмед, Абдуль и Аббас живы. Лол. А с ними нет Аллаха. Значит, мы победим эту войну. Да, не думаю. Нас, конечно, много, но... Войну мы не победим. Окей, если карта слишком хардкорная, ну, знаете... Нас тут много, хотя не лень всех нанимать. Ну, я, короче, улучшу броню, да, потому что мне хардкорно. А то у меня будут всякие... А, ну, хотя исламцев с РПГ же теперь не будет. Но все равно, вдруг кто-нибудь будет помощнее и сваншотит меня. Так, окей, 6-й уровень, и это защита от снарядов. О, от снарядов. Вроде как тут все стреляют снарядами, я не знаю, как Майнкрафт их распознает. Защита 1 и, собственно, 5-й. Защита и невесомость. Окей, честно сказать, по-моему, плохие чары, то есть, действительно. Ну ладно, что ж, давайте их тоже наймем. Значит, ну, у меня достаточно много монет, возможно, их надо было варили всех нанять. Я не знаю, зачем мне столько стаков монет дали, и почему у меня рапира. Нету оружия, рапира. Ну-ка, курочка, сколько она дэмэджа сносит? Можно здесь 6? По-моему, курица 4 хп, то есть она действительно 6 дэмэджа сносит. То есть это рапира, которая сносит 300 дэмэджа, ну, по идее, сносит 6. Так, и там надо было идти по факелам, а я куда-то пошел не в ту сторону. Ага, да, вот, собственно, по факелам. Здравствуйте, исламские солдаты, мне сюда... А, нет, по факелам же, да.
Так, забылся. Окей. О! И как мне их убить предлагать? Может, действительно надо было нанять абсолютно всех, чтобы всех убивать? Смотрите, из-за ихнего количества они лагают у меня опять-таки. Ребят, ну не лагайте, пожалуйста. Ну умрите, что ли, ну не лагайте. Так, и у меня рапира... интересно, почему у меня две рапиры, потому что рапира у нас кончается. Так, может быть, теперь в сундуках есть лут, админ позаботился об этом, то бишь создатель. Нет, в этом сундуке лута нету. Окей, наверх пробраться тоже никак. Так, исламский солдат, вы дебилы. Вот, смотрите, вот у меня нет оружия, у вас есть оружие, в итоге вы должны убить их, а не я. Вот видите, снайпер американец. А хотя, слушайте, может быть, они на меня не загорены. Типа мега скрытные. Все, мне страшненько что-то. Ясно, они на меня, по идее, загрены, но из-за лагов, из-за ихнего количества они по мне не стреляли. А то мне страшно что-то стало. Так, let's go. Все, убиваем их всех. Я бы был рад, если бы можно было убить всех моих исламских солдатов. А то их слишком много. Как мне жить-то дальше? Так, ну что ж, америкосы, вы дебилы, жалкие, сдохните, картошки. Я теперь за ислам играю. Хотя не хотел я все это делать, ну ладно, окей. Что ж, пришло... Ой, да чё... Почему теперь вот я могу сказать, что америкосов рили много? Так, с него выпали патроны. По-моему, с него выпали патроны, но не оружие. Так, окей, исламцы, давайте дальше, да. АК-47, исламцы, это кого, нашего исламца убили? Воу-воу-воу! Почему у меня так жизни мало? Ребят, вы что такие? Я не сразу же отхилялись, я что-то не могу понять. Это что за магия такая? Были фуловые жизни, оп, таких жизней не стало. И потом такие, оп, опять они отхилялись. Окей, давай, ближний бой, на. Чё, не можешь, да? Ничего ты не можешь. А я могу, наверное. Сдохни! Нифига себе лута выпало. Ой, так там их много. Так я могу взять? Я должен это взять. Давайте. Так. Опа, здравствуйте. Так. Ну, замечательно. Я просто с управлением забыл. Так, значит, на левую прицеливаться, ага, на правую стрелять. Окей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может быть, всех нанять, а я просто стоять в углу, пока мои эти, в общем-то, чуваки отстреливаются. Ой, оружие получше, пожалуй, АК-47. АК-47, здравствуй. Это моего, что ли, убили? Так и забыл, так, теперь куй стрелять на правую, да, на правую. На, сдохни, минус один. Чёрт, вот смотрите. Я не могу понять, по-моему, что-то тут как-то какой-то мега-мод, который ломает мне жизни. Уж серьезно, жизни много? Немного погодя, жизни становится 3-2,5. И потом они опять могут отхиляться до фуловости. Ну, в общем-то, могут, да. То бишь, здесь, по-моему, с жизнями что-то сломано. Окей, ладно. Сдохни, картошка. Я Меган... этот... 3000, короче. Ладно, так. Ну да, точно, всяка 47-го. Что я планирую по нему сделать? Наверное, не попасть. С такой дистанции-то. Так, а вот с тебя могу попасть, собственно, и ты должен сдохнуть. Так, ну, по идее, вроде как, да. Все, подыхайте, картошки. О, их там много, наверное. Не знаю, я тут стрелять пытаюсь. Тут исламцев много, а не их. Из-за чего я так и стреляю. Неприятно, собственно, стрелять, да? С таким количеством союзников. Так, я видел тут америкосы. Здравствуйте. Шотного причем. Окей, ладно. Окей, посмотри по вкилам. Я не хочу по вкилам этим гребаным идти, если честно. Просто потому что я хочу уйти в другую локацию, где моих этих гребаных исламцев будет меньше. Вот опять меня взяли, убили. В наглую. Я вроде тащил, и меня убили. Ну ладно, что ж, let's go. Короче, ребят. Слышь? По-моему, это вообще какие-то куклы. Вот эти, вот их нельзя на ней, да? Да, вроде. Может быть, на них надо нажимать рукой теперь. Так, я что-то не понял. А, идите вы все в жопу. Не хочу вас нанимать, я передумал.
Вы не нанимаетесь что-то. Так, окей, ладно, окей. Валим опять это сбоку, чтобы слиться. Что у меня так далеко вы дефпоинт? Я так далеко зашел? Ну, судя по всему, да? Окей, ладно. Американец, сдохни, картошка. Черт. А, мне один человек такой спросил, типа, ты чё, картошку не любишь? Да не, я люблю картошку просто. Просто такая привычка, я не помню, всякие тёмики, которых вы не знаете, собственно, начали говорить картошка, из-за чего я тоже теперь говорю картошка. Ой, здравствуйте. Так, ХП таки взяли, отрегенились просто в наглую полностью. О, нифига, видели, я его сваншотил, наверное, все хедшот. Так, сдохни. О! Сдох. Я это, как это, Гарри Поттер наколдовал такой, сдохни, его сдох. А, не, он же не так колдовал, точно. Так, это, собственно, черт, на самом деле, это, мне кажется, зря я сюда пришел. Все, у меня два сердца. Не знаю, по-моему, здесь как-то... Может быть, из-за этой турели броня плохо зачаровалась. Либо, я не знаю, что, но мне не нравится просто, как у меня жизни работают. Почему-то за исламцев, собственно. По крайней мере, в этой миссии. Ладно, окей, надеюсь, застревания, собственно, не будет, да? Будет очень шикарно. Может, компания за ислам я оценю на овер 9000 очков. Баллов, собственно, да. Так, не сдохнешь? Патронов нету? Патроны есть. Не стреляется просто. Окей, сдохни, картошка. Вау! Ребят, я даже отреагировать не успел как-то. Что это сейчас было? Ну ладно. Окей! Картошки. Нет, ну может быть не из тропиры их убивать, что ли, такой на 300 дэмэджа. По идее, их всех должен был бы убивать. Но это ж, это Майнкрафт, это не дотка. Так. Ладно. Раш по миду, наверное. Черт, ну они там крысят. Да, и достаточно много их тут крысит, собственно. Но по идее, не тут надо было рашить действительно со своими мусульманами, но они не нанимаются, не знаю, они все лалки. Может мне поставить на паузу, нанять всех мусульман, а потом толпой пойти и убить их всех. Наверное, убить, собственно. Я не знаю, бью я их или нет. Опа, здравствуйте. А я вас помню, вы меня закрысили. Просто в наглую. Так, ну ладно, вроде как он не заагрен. Собственно... Здравствуйте, ребята. Я ухожу, да? Так, они сейчас все отстреляются. Стрелялись, вот и хорошо. А теперь сдохните, картошки. О, стреляют опять. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, смотрите, вот у меня 2,5 жизни. 3 жизни, да? Вот. Опа. Такие отрегенились. А почему бы и нет? Сразу 3 сердечка, да? Ибо нефиг. Патроны закончились. Так, это... там кто-то с лука стреляет. Я слышал, кто-то с лука стреляет. Я чё за хрень сейчас был? Во мне был сейчас этот американец. Там рели кто-то с лука стреляет. Он, по-моему, в фонтане сейчас только что плавал, собственно, в этом, да. Окей, окей. Так, там чувак был. О, здравствуйте. Да, следить здесь надо хорошо. Они здесь на каждом углу заспамлены. Нечто страшно. О, здравствуйте. Я на перезарядке. Будьте добры, не стреляйте по мне. Ладно. Ну я убил много кого. Так, чё вы будете? Да, вот, теперь они... Я не знаю, чуть-чуть за бред был. Окей, не, я вас не хочу покупать, вы... Это... О! Кстати, я их что-то не увидел. Вот, да, Ахмед, Аббас и Абдуль. Собственно, три чувака, которые... Ну, которых не будет. Да, собственно, это не избежать. Окей, так, наймем первого. Мне нужен... Слушай, если у меня будет их не РПГ, это же будет офигенно. Если они умрут, по идее, с них и может дропнуться РПГ. Это будет реально офигенно.
Так, собственно, все. Let's go, ребят. Вы же пойдете? По-моему, как-то они там стоят, как какие-то, не знаю, статуи, которые не умеют ходить. Окей, ну вы-то должны ходить уметь, по идее. А, ну давайте двоих проверим. Ой, да пошли они все нафиг. Так, давайте. А, да, они же там далеко стоят. Кстати, сейчас это, наверное, будет самым лучшим вариантом снайперить. Хотя их уже мало осталось. Кого тут снайперить-то? Этого, здравствуйте. По-моему, до них даже не достает. Либо здесь разброс есть. Я не знаю, слышу, кстати, как кто-то идет. Я испугался, если честно, как увидел их. Ну ладно, ребят, раз выходите, тогда все окей. Let's go. Убиваем, например, этих двух американцев. Ну, ребята, меня чуть не убили. Вы, конечно, молодцы. Чё так взрывается? Чё вы подыхаете? О, вижу, как они стреляют в них. О, хороши, хороши. Так тут водичка немножко разлилась. Ну, это ничего страшного. За меня снайпер, вы все сдохнете. В этом смысле это... РПГ, да. Так, что ж. Продолжаю, так сдохните. О, кажется, я в него попал. Да, я попадаю. Нифига себе. О, вы видите, сколько там этих факелов? Так, окей, окей, давай, кадайся быстрее, все, сдохни. Вроде не выстрелил. Вот, выстрелил, не попал, выстрелил, не попал, выстрелил. Не попал, выстрелил. На КД ушел. Видите, сколько здесь факелов? Окей, ладно, что ж, за мной. Так, кто там стрелял? Сдохни, наверное. Сдох. Ой, ты живой. Давай, регенься. А, я понял, в чем проблема, почему их убивали, когда я же играл это. У них же было по 32 тысячи хп, а у мусульман всего лишь 20, если их нанимать, да? Собственно, да. Наверное, из-за этого мусульмане мои так легко умирают. По сравнению с другими, когда я нанимал, да, то есть там, за русских, за США компания. Так, по кому стреляете? Может, там мои мусульмане? Или они по мне стреляют? Так, собственно, двоих нету. Сдохни. Так. Ну, собственно, как-нибудь это все, да. Окей, так, АК-47. Воу-воу-воу, грёбаные крысы, давай, разберись с ним. Ладно, окей. Ты не смог, я застилил. Значит, А, я помню этот проход, да. Тут дофига просто было мусульман. А теперь тут США за мусульман дофига. За компанию за мусульман, собственно, здесь США. Нелогично как-то. О, их там дофига. Наверное. Вот так вот. Черт, мне впервые нравится снайперка, если честно. В этой The Great War. Чувак, ты совсем не беспалевный. О! Во! Снайпер, американец. Я не знаю, вы слышали опять звук лука? Я не знаю, кто? Кто из лука стрелял? Может быть, у них снайперы у америкосов из лука стреляют. Кстати, по-моему, моего этого... Чувачка убили. Да, вроде бы, судя по всему, его убили. Так, я сейчас чекну кое-что. Значит, открываем бантикам. 19 минут. И что ж, ребят, короче... А хотя, сейчас, подождите, там у нас сюжет. Да, сюжет. Сейчас чекну. Может быть, это конец первой серии будет и концом первой миссии. Да, вон там мы начинали. Удали всех, кто за тобой идет. Эй, за мной идет кто? Или вы все сдохли? Судя по всему, они все сдохли. Окей, так, шерсть. Давайте сложим сюда всякий хлам, ненужный мне. Да, вроде все. Окей, сюжет. Ченнел Дениса. Ура, американцы отступают, мы защитили город. Аллахар, с нами Аллах. Собственно, да, приходилось отходить. Сейчас точно завершу серию. Итак, путешествовать. Так, до поинта на 1000 метров отсюда.
О, автор наврал мне, говорил, типа, что это не читерить. Ну, собственно, придется мне нарушить это правило. Ясненько. Так, открыть для сети, тогда... Не, ну, в смысле, выживание исполнилось, включить, да. Окей, так, и, значит, Game Mode 1. Ну, взлетишь как-нибудь, да, взлетел. Game Mode 0. Окей, что ж. О, слушай, так мы же тут... Да, вот они тут втроем, лол. Аббас, Абдуль и Ахмед. Ну что ж, ребята, я вам хочу сказать. Вот и конец первой серии за мусульман карты The Great War. С вами был Денис. Спасибо, что посмотрели, в общем-то. И если вы тут впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк за друзей. Ну не, поставить лайк вы, в общем-то, должны, да, спасибо вам. Ставить комментарий, может быть, что изменить, убрать, я не знаю, в общем-то. Всем удачи, всем пока, короче. В общем, да.